Губернатор Андрей Клычков в минувшие выходные посетил Орловский район. В ходе визита он побывал на опытном поле. Глава региона отметил, что стартовавшая уборочная кампания на настоящий момент уже превысила отметку сбора зерновых культур по сравнению с показателями прошлого года. Мы уже на сегодняшний день получили результат более 1 150 000 тонн зерновых культур убранных. Это и озимые, и уже приступили к уборке части яровых, и горохи. И в целом отрадно, что несмотря на особенности этого лета и весны, и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на 10% урожайность выше, чем в прошлом году. Также в ходе визита Андрей Клычков вместе с главой Орловского района Юрием Парахиным посетил поселок Истомино. Там полным ходом идет реализация программы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Мы израсходовали 15 миллионов на дворовые территории, на благоустройство дворов, и 5 миллионов на общественную территорию, которая в себя включает спортивную площадку, футбольное поле и детскую площадку.